Всем привет, всем доброго дня, всем нашим подписчикам, гостям нашего канала. Я вот хочу показать свое родительское стадо, поголовье. Вот то, что осталось. Все, помчался конь. Зангуч! Просит, чтобы я с ним... Он меня зазывает туда, чтобы я с ним поиграла. Сейчас обратно прибежит. Так он любит эти баклажки, любит очень сильно. Пока он не прокусит, он не успокаивается. О, он зовет меня. Я бы хотела... Я уже давно не снимала видео. Хочется выложить. Кстати, видите, какая грязь. Снег идет. Вот этот снежок мне прям настроение поднял. Вот молодая уточка. Вот это вот. Я ее несколько раз уже пересаживала к молоднику, но ей не имется. Нравится только тут. Ну, будут морозы. Заберу. А теперь смотрите, что куры делают. Мы убирали своих уток и приехали гости. Я, естественно, зашла в дом, а вышла. У меня тут по всему двору все раскидано. Вот такая будка у нашей собаки. Смотрите, спокойно поместится туда и теленок. И вот самое, что непонятное, я подкладываю солому, он не заходит туда. Ему не нравится ни сено, ни солома. Ему не нравится ничего. Вот мамулечка. Зангуч. Первая наша уточка. Я по незнанию мне ее просто вручили, подсунули. Я же вообще не понимала, что такое эти индоутки, что вообще, как они выглядят. Увидела объявление и полетела. Вот наш молодняк. Ужас, сколько что воробьев. Смотрите, у нас тут стоит печка. Тут я подстелила им этот песок. Тут и песок, и перо, и все, и все. Сейчас все вместе взято, но сейчас мы отсюда все это уберем, все забьем, и до того, как я уеду, я, значит, вычищу отсюда все. Так, это перепела, то, что от них осталось. Тоже в морозильнике лежат. Вот еще. Посмотрите, вчера я их переселила сюда, поставила им водички. Это ужас.